Продолжаем. Да, дело. Что, кстати, по карте, по заданиям? Драгонфлай надо 9 глав выполнить, офигеть. А это что за подсветки такие? Интересно, на карте. Ну ладно. Так, а смысл на том, что я в талантах разбирался. Потом забил на разбор талантов. И пошел квестики выполнять. Больше разбираться с тем, что у меня тут кнопочки нажимаются, тыкаются. Надо квесты поздавать. Какой-то хлам дают, ремесла какие-то. Угу. Очень интересно. У меня лучший товар. Учитель наложения чар, кстати говоря. Раз будет много всего. Заряд зачаровывать или улучшать предметы с помощью дара драконьих. Могу зачаровывать? А жезлы крафтить надо? Взгляни. У меня портной энчан, кстати, рядом. Находится. Интересно. А дополнительная ткань будет идти? Вы умеете особенно искусно собирать ткань с гуманоидов. Можно портной энчант реально взять, почему нет? И диспелить, хотя мне надо кузнечика вроде как, чтобы что-то там делать. Ладно, давайте какие-то профы возьмем пока, если что, потом удалим. Приятно иметь с тобой дело. А ну-ка. О, нормально. Выжить, умей вертеться. Давай. Заходи еще. Какие-то задания, поставки для ремесленников, рунические... И все сразу. Штуки какие-то, короче, квесты непонятные. Я могу быть чичаром, который умеет накладывать только на драконьих островах. Давай. Без полезных вещей не бывает. А у меня голды хватит, а на все это дело вопрос. Главное, прыткость и смекалка. Угу. Палочка, такой удивлялочка. Тебе никто не даст. А ну-ка, профессия. Это что такое? Детектор аномалий. Допустим. Портняжное дело. Угу. И энчант. Диспелить мне есть что хотя бы? Нельзя распылить. Понял, можно продать. Что ты ищешь? Кучу хлама своего тогда. В таком случае ненужного. А это мне надо удалить, скорее всего. Потому что создавала я кучу фамильных вещей, видимо. Это что такое? Это что-то полезное? Гладкая и скользкая субстанция, необычайно полезная для починки материалов и исцеления ран. Не знаю, ну ладно, оставим. Если что, когда-нибудь продадим кому-то. А можно на аукцион сгонять к барыгам, проверить. Но не сейчас. Сколько ж всякого хлама, реально. По одной медной же еще дают. Так-то. Так, зеленку эту тоже продать. И все остальное хлам просто продать. Сразу. Да. Все. Отлично. Так, задание. Что это такое? Прыгайте на диск геодезиста. Кнопки какие-то появились. Блин, я в своих кнопках не разобрался. Тут уже новые кнопки мне дают. Так, поиски силы. Настраивает магический телескоп на поиски источников энергии. Давай, нажал. Ну-ка. Ага. Двигать можно? Нельзя. Блянь, это что за духи? Вы что там колдуете? А ну вернули быстро мяч на землю. Потрясающе. Сила стихии нарастает. Вернули быстро. Двоечка. Настраивает магический телескоп на поиски союзников. А это что, враги были, что ли? На поиски энергии, на поиски союзников и на поиски чего еще будет. Опа, дракончики. Наездники на драконах. И а что это? На драконах? Устроить бы с ними гонку. Гонку? Настраивает магический телескоп на поиски возможных угроз. Опа, это надо. Угу. Это надо зафармить, я так понимаю. Это будет неплохо. Рыж. Победа там какая-то. Не тянет меня в драку с этим типом. А что не тянет? Пошли драться. У меня куча кнопок. Непонятных для меня. Что не тянет-то? Пошли драться. Победа близка. 100 заданий, кстати, выполнено. Это я уже 100 заданий выполнить успел. Офигеть быстро. Для меня честь с тобой познакомиться. А ну-ка, пошли дальше.
Так, ага. Тут задание сдать. Мне пригодятся твои навыки. Отлично. Открыто сокровище из сумок разведчиков экспедиции, припасы драконьих островов. Известность 2. Тут тоже известность, как на Шелле, серьезно? Задание. А почему драконы нас встретили? Я не ожидала, что мажордом Селис... А, не встретили. Невион запоздают. Но почту за честь поприветствовать вас на драконьих островах. Это кто? Сендракс. Причем на первом моем дежурстве. Вот это удача. Это прото... Ты прот? Подожди, а как может быть прото-дракон? Я еще не понимаю. Почему у тебя щит? Или это типа хил? О, я могу чем-то помочь. Тайс квест сдать. Рада знакомству. Я всегда рад помочь. Приключения на драконьих островах. Повысить репутацию среди фракции драконьих островов. Хорошо. Я всегда рада помочь. Куда дальше? Тут куча заданий каких-то. У нас важная миссия. Сопровождение Альянса. А, тут альянсеры из дракона. Ясного тебе неба и крепкого ветра. Ну ладно. Мы еще встретимся. Мы еще встретимся. Давай. Это что такое? Это дренейки? Проверка качества. А мне нужно это все выполнять, мне интересно, или только сюжетку? Учитель горного отдела, работа кипит, но горку я не брал по итогу. Кузнечное дело, спросите когти. До скорой встречи! Из него получился бы неплохой кузнец. Угу. А, наверное, прочитать надо было? Ладно. Ой, ты угораешь. Это типа мне сейчас туда идти надо? Или потом можно выбрать? Выберите зону на тактической карте. Ну, допустим. А где я нахожусь сейчас? Чтобы я туда не топал. Берега пробуждения давай здесь, значит, выберем. Принять все. Приключения здесь, отлично. Добро пожаловать. Сендракс, добро пожаловать. Берега пробуждения. Рада знакомству. Ужасный беспорядок. А, вот, я понял. Все, задания сюжетные подсвечиваются таким квадратиком, эмблемой, я понял. Бывшие соперники вместе руководят экспедицией? Все, вопросов не имеется. Да, Орда и Альянс враждовали с давних времен. Но нас в Тоди интересуют знания, а не война. Чего? И приключения! Одни знания, тоска зеленая. Ладно. Так, а ну-ка, это что такое? Почему подсвечивается? Здорово. Ничего не понял. Учитель снятия шкур тоже. Неразумный. А когти Рети, коготь Ртети, коготь острый глаз. Ладно. Короче, тут бесконечные разговоры. Входи, почетный гость. Ё-моё. И кто такой мутант переросток? Посол Фастрас. Правда, они сейчас не в лучшем виде. Начать заполнять анкету. Ё-моё. Распишите в журнале посетителей посольства. Это куда? На Сирусе новая фишка. Гера не работает на Алкофенха, а Белл работает. А, да? Альянс? Альянсик. Первую колонку просит писать ваше имя. Первую колонку, имя и расик, давай. В середине колонки просит записать время прибытия. Подожди. Ну, нема тут выборов, конечно. Написать сегодняшнюю дату. Последнюю колонку надо писать цель прибытия. В составе драконьей экспедиции по личному приглашению экстраза. Моя судьба в моих руках. Спасти мир опять. А это у вас надо спросить. Я не считаю задания, я их просто сдаю. Да. Ой. Легенда, реально. Кто это придумал? Я не считаю за них, просто сдаю. Это мы, да. Так, надо мне хест, не надо. Чат, присоедините, кто считает задание. Есть такие на сливе. Это фишка Сируса. Фишка Сируса про волков.
Прочитайте обращение к гостям. Читаем. Добро пожаловать, друг драконов, да наполнит путешествие по драконьим. Хватит говорить со мной. Говорит и говорит же. Так, вот, зажгите жаровню родства. Полетели. Все, зажигаем, отлично. Пусть этот огонь снова ведет мирных жителей Азерота. Хорошо, полетели. Службе готова. Ужасный беспорядок, поехали. Первая серьезная задача, отлично. Задание, поехали. Не учили. Что ракеты нужно запускать только в крайнем случае. Ше. А и говорить ничего не должен, как они говорят постоянно. Именно такой. У Сируса, я так понял, самописанная херня с верховой ездой. Скоро прибудет. А мажордом лично откликается на каждый призыв о помощи. Рассказывай. Да. В трудные времена королева Алекстраза едва ли доверяет кому-то больше. Мажордрому? Написанная фигня с верховой ездой. А вот и они. Как тебя это сильно заинтересовало? Верховая езда. Мажордром, это он? Да не. Ты хочешь что-то обсудить? А, посмотрите, кто у нас здесь. Ракета нужна, чтобы не допустить самого худшего. Что случилось, кадет Сендракс? Мажордом, наши гости хотели познакомиться, и я подумала... Они сидят, общаются. Меня, ну, слушайте... Наши древние враги Джародины снова затевают... Они бесконечно говорят просто, капец. Типа, момент в том, что если ты проходишь какую-то сюжетку, то тебе как будто бы и не надо что-либо говорить. Там видео, стрим, неважно, что угодно. Типа, оно все идет своим чередом, реально. А если думать о человеке, который сам играет, то есть как ты раньше делал, мог делать? Ты, допустим, делаешь какие-то квестики, к примеру, и... Ну, ты без звуков играешь. И просто там какой-то сериальчик, кинчик смотришь. А тут целая история, блин, познается так. Мы снова они сами тут общаются. Работает только ускорение тауры коня и скорость ДК, все больше ничего не влияет на скорость. Ну все правильно ведь? Черный коготь. Или я не дочитал, что-то писал. Что-то там про пиво 2 бахнул. Напало, говорил. И я Машечку, что там скорость меняется. Что тебе нужно? На Сирусе и все. Не всегда враг. Да благословит тебя королева. Получите приказы мажордома у Силистры. Где Силистра? И Сендраксис. На драконьи острова. А, я вот Силистра. Королеве. Кадет Сендракс, не, скорость еще от гильдии. Так и от гильдии скорость то же самое, что Таура скорость. Помоги с эвакуацией дракончиков и раненых. Да, мажордом. Ты кто? Мы из Гильдии атакуем с воздуха и не дадим Джародинам выйти из крепости расколотой чешуи. Лучше поспеши. Не хочу, чтобы бой закончился до твоего прибытия. Да, она его перебила, что ли? Вступай в бой, пока дракончики и раненые в опасности. Остальным гостям придется подождать здесь, пока вокруг посольства не станет безопасно. Ну вот, все веселье пропущу. Ты работаешь только на 70-й езде? Дальше, пока все здесь не изучим. Каждый из нас должен исполнить свой долг. Крылом или когтем мы это сделаем. На 75-й езде? Может, 280? Хотя она вроде 77 уровня. Известность ли открыты декоративные эффекты инструментов экспедиции? Чувствуй себя как дома. Мы отправим экспедиции в каждый уголок островов, когда будет безопасно. Безопасно? Попросите Сендракс отвезти вас к заставе. Сендракс, заставе? Какой заставе? Я могу чем-то помочь. Веди меня к заставе, поехали. Уходим. Застава драконьего сердца близко. Что по контенту на Сирусу пока не будет? А когда был последний контент по Сирусу? Такой чисто вопросик. На драконьи острова. На драконьи острова. Самые грозные враги драконов. На 150-м тебя уже шлют нафиг. На 150-м? Ничего не понял, ну ладно.
и в древности убили множество драконов. Следуйте за Сенракс. Добро пожаловать на драконе. Когда драконы ушли и острова... Уже не помню, как будто Сируса год не было. Вот я тоже думаю, реально. Вот тут, я думаю, не год, а 5 лет, по-моему, не был на Сирусе. Все согласны. Но сейчас сама Земля пробуждается и наполняется жизнью. Она не перестанет нас восхищать. Восхищать. Я не заходил на стрим неделю где-то. Что случилось? Ничего не случилось. Оф, подогнали. Можно на официалке контента, значит, навалить вам. Что-то новое увидите, помимо 3.5 контента. Раз такое дело, может что-нибудь заинтересует дело. Картинка поприятнее, сюжет другой. Баланс абсолютно другой. Может, приятно глазу будет хоть немного. О, кстати. Мирные ребята тут. 39 тысяч хп, у меня 59 тысяч. Ну что, в дефе покачался, можно его десятку собрать. Легенда, реально. Защищай своих. Возвращайся с закладом. Закладом возвращайся. Так, это все сюжетные квесты. А просчитай уже мой ник и расик, чертила-то. Полетели. Так, а здесь мне можно просто все пособирать на себя, как я понимаю. Оп. А ну-ка. Оп. А ну-ка. Нужно подойти поближе. А давай сюда поближе, таема. А? Как я понял, суть этого персонажа в том, чтобы собрать кучу паков и все это вынести вперед ногами. На. Глянь, как оно все собирается. Ну, я уже более-менее в этом деле начинаю разбираться. Мне нужна цель. Дезинтеграция, долбанул. Уже намного проще и понятнее становится. Оп. А это что такое у нас? Во, это надо. А умирай же ты уже, ё-моё. Умереть он не может. 61 уровень, на секундочку, неплохо. Ну что, в деф тоже гонял на деф, без друзей там скучно будет. Ну, тут дело не только... Это официалка именно. В этом весь прикол. В принципе, на официалке может быть скучно. Без кого-либо. Красное заклинание продлевает действие физического урона от тотонио дыхания одну секунду. Допустим, ничего не понятно, но очень интересно. Я на Шелле играл последний раз. Именно из-за официалки. Тут деф подогнали, можно поиграть. Но на Шелле я в самом начале играл, а деф уже самый конец. Как бы разница имеется. Но из общего пока могу выделить какую-то известность непонятную, которая была тоже на Шелле. Такое дело было. Конечно. А чем тут люди занимаются? Ключи проносят? По кайфу. Да вроде как раз люди и якобы валят с дефа, и Расик наоборот только приходит на него. В общем, вовремя. Может, получится контентик какого-то подвалить? Кто знает, а? Что здесь происходит-то? Глянуть. Ну, по крайней мере, для себя уже тоже было бы неплохо. Я кнопку забываю нажать. Я ж, типа, надо держать прям эту кнопку. А ну, давай вниз. Убаюкивание. Давай вниз прыгай. Так, где мне следующий дракончик нужен, а? Оп, а ну полетели. Подожди, это что такое? А, это я вернулся на место еще свое, которое начинал. Ничего себе. На. А что? Много играл в Dragonfly вообще? Какой уровень успел апнуть себе? О, как? Ладно, левел, наверное, максимальный все-таки апнулся. Что по итогу сделал? Успел рейдики позакрывать, ключи позакрывать, побегать или так чисто? Побегал, потупил, ливнул и вышел. Недолго. Насколько много времени оставил там? То бишь тут. Рудак дает 10 листой.
Пока идет стрим, 3 часа времени, вот столько примерно мы тут и просидели. Все готово. Итак, квест обычные. Да, зови. Постой, кадет. Ты займешься другой важной задачей. Я... Вот задание, которое мне надо. Горе-экологи. А это что такое? Спокойно, дитя. Для борьбы с древними противниками понадобятся наши самые опытные войны. Отправляйся в сад хранительницы жизни. Во, сюда прилетели. Отлично, это локалка какая-то или что это? Встретись с Гневионом в крепости Расколотой Чешуи. Гневион, ты где? Это не Гневион. Это какой-то разводняк. Во. А вот и Гневион. Давай, браза, лети. Надеюсь, есть хорошие новости с заставы. Новости? Помни о прошлом. Смотри. С Гневионом самое главное тут все. Мы отвлечем и заставим их смотреть наверх. Это что такое? Это куть лагерь, я так понимаю, это локалка. Экспа, золото. Ну такое себе. А ну-ка, пошли дальше. Убейте соток мясорубку. Я чуть не прочитал соток мясорубок, блин. Это капец сколько. А ну-ка, давай сюда этого фрикища. Сейчас завалим. Хулигана. Опс. А ты что с тобой не так-то? Оп. Играл как аддон, вышел чисто по побегал и немного по ПГ. Но было скучновато, на Сирусе веселее было. Ну так, было не с кем играть, так сказать. Но вообще картинка поприятнее так-то будет. Пока сравнительно. Но тоже посмотрим, до чего это дело доведет. Это дело обычное, что люди приходят там софы, якобы на ней делать нечего, скучно и так далее. Хотя картинка, конечно, поприятнее будет. Намного. Блин, это было бы там интереснее. Вот так вот. Так, а как здесь подняться-то нормально? Что мне надо вообще? Я пришел сюда. Я защищаю принца. Что удалось узнать насчет Джародинов? Ну, Джародины не просто так слывут древними врагами. А, это какой-то раса, что ли? Они очень грозные противники. Джародиновы. Уход драконов сыграл ну, ладно. На руку Джародинам. И теперь они не хотят расставаться с тем, что получили. Джародины. Джародины считают, что никто подписку не хотел брать. У своих древних врагов. А чё ее брать? Её ж продлить просто голды нафармить, не? Брать её-то зачем? Или фармить именно впадлу было? Эту самую подписку. Оп. Оп. Отлично. А что ты такой огромный, кстати, а? Так понимаю, этого моба мне еще и прибить надо самому. По итогу. Дубинка пламенная мне, кстати, силу даст. А, мне... а у меня интовой герой, кстати. Я Элем, получается, какой-то. Интовик. А дубинка даст силу. Ненужный, в общем-то, стат. Есть что-нибудь интересное? Красные драконы не были готовы к нападению. Так, подожди-ка. А ну-ка, полетели. А, ну раз 10 секунд, я понял. Я тебя ждал. Ну ладно. Ждал или ждал? Сдаватель Тедеки, а? Имеет последствия. Ты услышал, как сдал. Азеро. А не ждал. Хотят захватить обсидиановую цитадель. А не, работа на голдфарм времени не было. Черных драконов. Не бывать этому. А-а-а. Прояви терпение, Гневион. Понял. Короче, момент из такого дела, что приходишь с работы и хочется сразу поиграть, а не сидеть фармить какую-то фигню. По рилсам в ютубе вижу сейчас, что на деф аркан маги сейчас там имба. Рилсам? Что за рилсы? Что это такое?
Орился. Вот за это не шара. Орилсы. О, здравствуйте. Сейчас можно все собрать. Сундук какой-то, кстати. Это что за сундучок такой, а? Нужно подойти поближе. Видеонарезки. А? Я слишком далеко. Видосики. Аркан магия. Ну, я не буду смотреть на эту мету пока что. Для начала тут разобраться за новый класс вообще. Было бы неплохо. Посмотреть, поиграть, погонять, вот это все дело поделать. Потыкать кнопочки. Вообще, типа, посмотреть, куда я зашел. Так, зачем мне этих мобов вообще выпиливать? Пошли отсюда. А ну-ка, что мне надо здесь? А, подожди, мне... Это задание такое? Я чё-то не понимаю. Это не сюжетное задание? Или сюжетное? Я чё-то не понимаю. Это обычное задание? Подожди. Берега древних. Я набрал кучу непонятных квестов на самом-то деле. Давай-ка я их все поотменяю. Все квесты, чтобы здесь не путаться. Пойдем именно по заданиям, которые нужны. Что я тут так и запутаться могу, на самом-то деле. Очень сильно. Третьи синдраки у заставы сада. Исцели раненых драконидов, вот. Что мне надо сделать? Это исцелить их. А исцелять их где? Просто бегать, исцелять надо? А где они? Не внутри где-то, что ли? Раненые дракониды. Прям бегаешь по тем кустам, что я бегал, ностальгирую. Ну вот так вот, да. Ирасик сейчас все это дело-то покажет. Напомнит. Джародинов оттеснили. Однако местное племя... Что, ты все уже цепочки успел прибегать, перекачать? И все же... Нам стоит протянуть им руку помощи. Ну-ка. Как только одержим победу. Раненого этого тоже. Ну, близы молодцы, что сделали для классов такие цепочки, чтобы люди разобрались. То есть у меня роль хила и дамагера, и мне сразу и хилить надо, и дамажить. Все надо. Все делать абсолютно. И то, и другое. Чтобы пройти нормально квесты. Иначе так не получится сделать. И как раз к кнопкам привыкаешь понемногу. Но на таланты они забили, конечно. Делайте, что хотите с талантами. Решили они так, видимо. Ну что, разобраться в них тоже дело такое. Не самое легкое, быстрое. Хорошо. Острова приветствуют меня. Сендракс подает большие надежды. А, ну не генерируется сразу. Я понял, ну ладно. Сюда. Все сюжетки сделали в Нулсдев. А рейды, ключики, побегать. За разные классы поиграть, это уже не пробовал. Мы должны спасти Яйку. Опа, это что такое? Наша засада удалась. У нас достаточно яиц. Можно начинать. Пора насытить их силой стихий. Очистимся от остатков порядка. Шевелитесь, чужаки. Высадились на берегу. Они не должны помешать нам. Ох же эти яйцевые драконы, а. То так, то не сяк. Понятно, все ясно. Найдите Синдраксис. Выводок наше будущее. Да. Я не дам. Выводок будущее, оно самое. Спасение детенышей. Все, что мы не можем скрывать. Ну-ка. В тени, пока хотя бы одно тени, да. Яйцо в опасности. Комнаты буфа будешь их делать? Так это же не буфа, а ДФ, не? Сначала надо с этим делом разобраться. Куда я вообще здесь подошел? Что я сейчас сделаю? Это все понемногу, по чуть-чуть. Все по порядку.
порядке очереди. Если до этого, конечно, дойдет. Я даже не понял, про что ты имеешь в виду. Какие-то комнаты. Не, тебе надо в Шел вроде лететь. Ковенанты Буфа в Шеэле. А я играю в Dragonfly. Слушай, прикольно придумано. Очень прикольно. Но пока говорю, все всему свое время. Сначала бы с квестами тут разобраться вообще. Что я делаю с этим делом. А потом уже все остальное. А то я даже в своих кнопках пока еще не разобрался. Что у меня за персонаж такой? Оп. Все. Забрано дело. Нет, то уже со временем. Ну, забегаешь наперед, на самом деле, очень сильно. У меня вон тут квестики, мультики какие-то. Задания, класс, пробудитель, рейды, ключи. Тут достаточно явно, чем можно заняться. Прям супер предостаточно. Так что... Точно всему свое время. Это что такое? А что они делают? Скорость движения снижают. Ну ладно, допустим. Стихийные проводники. Это что такое? Костер не поджигает меня, костер. Что надо сделать? Спасите книги. Как спасти книги? Что сделать надо? Сжечь их? Давай, сжечь. Сжечь книжки. Исцелить книжки. Что сделать надо? Или где они вообще, эти книжки? Не подходи к стихийным проводникам. Если что, я могу помочь. А, помогай давай. Книжки какие-то надо непонятные. Про которые я ничего не понимаю. А, второй этаж есть. А ты что? Я бы так и бегал здесь дальше. Ну, пошли на второй этаж. Тут, наверное, я уже книжку найду. Вот она. Отлично. Сюда книженцию, сюда. Лутецкий мой, а? Хорошо, как пошло. Так, пошли дальше. В лаву упал какую-то. А взлететь я не могу пока что. Оп. И телепортироваться сразу же надо, да? Блин, вот эти механики, типа задержки скиллов, это капец. К ним привыкнуть надо, на самом деле. Еще фрейм самого себя надо выбирать. Чтобы что-то сделать. Так, упрямый рогоплав. Этот мне не надо, тип. Вроде бы. А вот эти мобщики нужны. Хорошо. Оп. Добивная. Это что такое? Какой-то семечка непонятная. Угу. Как спуститься? А подняться нельзя. Что ж ты будешь делать-то, а? Ладно. Давай все соберем быстренько здесь. Я слишком далеко. Хорошо. Докастовать это дело все. А как не сдохнуть, кстати, такой вопросик, а? Здесь бы реально не сдохнуть еще как-то. Ох, ёшкин что. Ребята. А как выжить? Офигеть. Ну тут вообще прям жесть. А чё мобы такие сильные? Аж кольчуга типа. Мы должны спасти Яйца. А ну-ка. Не подходи к стихийным проводникам. А, тут уже второй этаж тоже, да? Я не дам их в обиду. А ну-ка. Или взлететь надо. Я взлетел. Ничего нет, пусто. А что мне здесь надо сделать? Где книжка? Посетите книги. Где книга? А, вот не книга. Достаю. Еще и попробуй найди, блин, ее. Так не все книги, еще одна. Вот она. Не подходи, да подойду, подойду, не ссы. Так, ссы туда куда-то полететь еще. Оп. Отлично.
И здесь какая-то книжка должна быть. Если все правильно понимаю. Либо снизу. А, у костра прям. Ничего себе. Если что, я могу помочь. Помоги, помоги. Алые когти и зубы. Вот мое призвание. Для чего мы эти книги спасаем? Мы должны спасти яйца. Вспомнить про то, как стародревние вот эти вот духи, эссенции, аспекты, ё-моё. Как они силу должны получить свою. Сами не знают или для чего. Мы же вроде как помочь должны им, по идее. С этой силой, или как она там называется. Ух ты ж. Так, это надо валить, я считаю. А на тебе. На пятой панели у меня ОЕшки стоят, так-то довольно приятно. А, это ГКД тратит, кстати, возвращение. Интересно. То есть вернуться обратно, это ГКД мое. Дополнительное. Вот и думай, нажимать его или не нажимать. Мир испорчен. Вот так вот. Оп. Так, надо еще кого-то забрать. А это, я так понимаю, игрок. Бегает Ханс, судя по всему. Ага, ну у меня последний моб остался. Так что несложно добить его. Все? Есть выполнение. Наше будущее. Подвеску дали какую-то, которая слабее, чем моя. Я не дам хватить. Известность какая-то повысилась снова. Мы атакуем место ритуала вместе. А на тебе, на. Моменталочки держи. Если что, я могу помочь. Так, я пришел к тебе, давай дальше. Я готов. Старайся держаться за мной. А почему... А, я думаю, это ПВП-игрок, ё-моё. Так, бежал, главное. Я на секунду поверил, что тут ПВП включено почему-то. Давай, хватай яйцо. А я могу мир сделать? Звуки. Мир потише. Диалоги на максимум, чтобы на фоне этого мира диалоги хоть слышно было. Что мне с яйцом делать? Хватил его. Побежал куда-то. Что мне, в него его что ли понести? Или что сделать надо с этим яйцом? Отнесите яйцо в безопасное место. А, так это... А полететь могу? Не? Ну ладно, побежали тогда. Интересно, вы придумали безопасное место. Это что такое? А-а-а, ё-моё. Так, а ну-ка. А усиления еще одного у меня нету. Это мы вместе какого-то элитника валим, я так понимаю. Ну давай завалим. Оп. И оно моментально кинулось, а ты что? Или это не элитник, или так и должно быть? Дали какую-то тринку на силу. Фигню, короче, какую-то. Пошли. Да, это как это вообще яйцо ты несешь? Это мы аспекта нового вырастим или кого? Что за яйцо такое? Куда мне пробежать здесь надо? Как? Здесь пройти как-то надо. А. Не понял. А как пройти туда надо? Че, по лаве, что ли? Все так забавно продумано, что мы по лаве реально пройдем сейчас. Не совсем понимаю. Или здесь прыгать по вот этой штуке типа надо. Как это игрой-то задумано? Ну ладно, понесли. А, ну и бежит, конечно. Это яйцо или какая-то бомба?
Пошли. Отнесите яйцо. Что из него вылупится? Что это вообще яйцо? Ну, дракона, наверное, раз шипами. На драконьем-то острое. Клянусь аспектами. Драконье яйцо? Я немедленно позову мажордома. Драконье яйцо, что они? Млекопитающие. Не могут яйцами развиваться. Ой, развиваться. Это яйцо? Чё они яйцу так удивились? Я служу королеве. О, прок фиолетовый. Да благословит тебя королева. А какой прок? 262 шмотка. Хорошо. Какая-то. Типа, но вкусно. В этот раз. Ну ладно. А что прок, но у меня вообще там скорость, крит? Держись крепче, если получится. Давай, неси меня. Покрепче и побыстрее. Поезда. Мне, что караван с яйцами исчез. Но кто мог воровать? Поезда с мажордромом с Листрой. Держись крепче. Какой поезда вообще? Знаешь, что такое поезд? Переводчик. Наш род перенес немало испытаний. Мы только начали залечивать раны, а теперь это. Теперь это, да, оно самое. Задача лети, лети. Драконов, сохранять жизнь. Сохрани жизнь, красный дракон, давай. Должны остановить воинов. Делай это. И протодраконов. Протодраконов, жизнь должны спасти. Протодраконов должны спасти, все должны спасти. Давайте, спасайте все это дело. Мы держим в узде сильных. Приветствую в рубиновом святилище жизни. Угу. Я рада, что мажордому удалось доставить тебя в безопасности. Хорошо. Но почему вы так спешили? Так, спешили. Покажите королеве Алекстрайд заряженное яйцо, на. Сохраняй надежду. Опа, мультик. Что случилось с этим яйцом? Это энергия. Она... Бабах сейчас будет, да? Дело плохо. Мать, что с яйцом не так? Если яйцо можно спасти, то именно здесь. В священных водах омутов жизни. Раньше в этом прекрасном месте было множество юных драконов. Это что, это дракон? Это жаба? Камень клятвы, символ нашего призвания, озарял небеса ярким светом. Теперь он бездействует, как и другие камни. Думаю, их свет угас, когда мы лишились силы аспекта. Покинув острова, мы столько оставили позади. Но теперь мы снова дома. Каждое семейство вернется к своему призванию и восстановит камень клятвы. Их объединенная мощь вернет нам утраченные силы. То есть драконы вернулись домой. А до этого они дома не были. Глянь, ну... А дай так-то глянуть. Как будто графон мультики лучше, чем на картинке, не? Отображается. Не упонять. То есть, ну то, как я вижу из мультика, блин. Чтобы это так все видел. Точно то же самое. Мне кажется, мультик покрасивее выглядит что-то. Что тебе рисуют. Равновесие превыше. Я хочу тоже такую картинку. Жизнь продолжается. В игре. Там, наверное, FPS 0 будет. Если так играть еще. Так, сколько там? 40 минут, да? Надо бы АФКшить, наверное.